Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем симпатичную сумочку, простая в работе, так что, девчонки, оставайтесь со мной, вяжем. Скоро весна, лето, и она нам пригодится. Так, первым делом ниточки вам покажу, уже вам показывала, значит, 250 граммов, 125 метров на 100 граммов. Хлопок вискоза. С ума зайти, даже хлопок тут. Так, вот такие вот моток у меня ниточек. Крючочек номер 6. Начинаем мы с того, что вяжем, как обычно, цепочку. Так, связала я цепочку из 30 петель. Теперь первый ряд вяжем столбиком без накида. Не в косичку, как обычно, а вот сзади, смотрите, у нас такие узелки. Значит, один узелок пропускаем, со второго вывязываем столбик без накида. И так до конца ряда. То есть косичка у нас вот здесь вот остается как бы нетронутая. И последняя, 29-я петля. Почему 29? Потому что одна петля у нас ушла на петлю подъема. Вот. Теперь мы поворачиваемся. Делаем одну воздушную петлю. Ее мы тоже считаем. Теперь это наше количество петель нужно разделить на 2 плюс 1 петля. То есть 29 петель, это 14 плюс 14 плюс 1 петля. Сейчас вяжем 14 столбиков, но эту петлю подъема мы тоже считаем как столбик. 1, вяжем за заднюю стенку. 2, то есть тут косичку оставляем. 13, 14. Теперь из 15 петли вывязываем 2 столбика. 1. И еще один. И вяжем до конца ряда. Последняя петля. Делаем воздушную петлю. Поворачиваемся. Вот оно, наше прибавление. Его сразу видно. Теперь вяжем в обратном направлении. Опять же, опять мы вяжем за заднюю стеночку. То есть вот эта косичечка, половичная косичечка остается у нас здесь перед нами. Доходим до места нашего добавления. Вот оно, где оно. Вот, находим верхнюю петлю. Вот смотрите, вот она. И из нее вывязываем 2. Ну, по сути, вот одна и вторая. Вот первую мы провязываем, из второй вывязываем 2, если считать по тем петлям. В следующем ряду, то есть везде мы будем так делать, мы первую провязываем, из второй вывязываем 2. А так как у нас есть лицевой и изнаночный ряд, то они у нас будут чередоваться самопроизвольно, то есть без нашего участия. Они будут уходить одна в левую сторону, одна в правую сторону. То, что нам нужно. Вот и так вот мы продолжаем вязать. То есть в каждом ряду делаем наши добавления по центру. Ищем наши 2 петли. Первую провязываем обычно, со второй во второй делаем добавление. И так далее. Сколько провязать рядов, я вам потом скажу. То есть продолжаем далее. Вот следующий ряд я довяжу сюда. Вот нашла мои добавления. Первую провязала, из второй вывязала 2. И так в каждом ряду. Провязала я 10 рядов с добавлениями. Вот первый ряд, всего 11 рядов. Первый ряд без изменений. И вот 10 рядов с добавлениями. Вот так оно выглядит. Так, чтобы вы в процессе понимали. Если сложить пополам, вот он виден, наш скос будущей сумочки. Да? И 10 рядов. Сейчас я несколько рядов провяжу просто ровно, чтобы сделать такой ровный уголочек.
Так, мои хорошие, провязала я вот 4 ряда ровно, без изменений. Вот если сложить, видно, что здесь у нас добавление, а здесь ровненько. Теперь я буду сокращать, то есть полностью дублировать эту сторону. Смотрите, провязала здесь 19 петель от начала ряда. Вот здесь вот у меня остается 21, то есть те же самые 19. И средние 2 я буду вот таким вот образом сокращать. То есть из 2 петелечек вытянула по петле и провязала все вместе. И вяжу до конца ряда эти 19 петель. То есть нам нужно провязать те же 10 рядов, как и в начале. 11 ряд без изменений. Но 10 рядов с сокращением. В начале у нас было 10 рядов с добавлениями. Теперь 10 рядов с сокращениями. Довязываю до конца ряда. Поворачиваемся. Петля подъема. Вяжем следующий ряд. Так вот, смотрим здесь, вот где у нас тут было убавление, вернее, вот оно. Вот она эта петля. Довязываем до нее. Вот она наша петелечка, в которой мы убавляли в предыдущем ряду. И вот из нее вытаскиваю петельку. И следующий. И провязываю их вместе. Вот так вот мы еще 8 рядов провяжем. То есть провязали мы сейчас 2 ряда. Еще 8. Плюс 8, чтобы было 10. Так как здесь. И плюс 1 ряд без убавлений. И тогда мы продублируем эту нашу сторону. И будем вязать дальше. Вот пока так оно выглядит. Так, ну вот, довязала я и эти 10-11, вернее, рядов, последние ровненькие. Вот оно выровнялось. Вот так вот, если проверить, оно должно быть одинаковым. Вот, видите? Теперь сошьем боковушечки прямо этой нитью. Захватывать я буду за вот эти косички, которые крайняя внутренняя косичка идет вовнутрь, и полустолбиком сошью до конца. И вторую сторону точно так же. Так, готово. Протягиваем ниточку. Так, теперь выворачиваем. Вот так вот оно выглядит по бокам симпатичненько. Вот такая вот заготовочка. Теперь берем основную нить. Тут уже один узелок есть. Ну вот, привяжем еще один раз. Пусть уже узлы будут с одной стороны. И теперь по кругу мы это дело обвяжем полустолбиками, вот так вот. То есть из каждого рядочка мы вывязываем полустолбик. Вот этот неровный край у нас остается внутри. Вот видите, вот так вот мы его отделим. Кончили мы ряд. Теперь будем вязать по кругу. Эту цепочку, которую мы связали, мы берем вот, опять же, за заднюю стенку и вяжем опять же полустолбиками. То есть захватили, протянули, захватили, протянули, и так вот по кругу.
Следующий ряд будет точно так же, только вязать мы будем вот в эту петелечку. И так по кругу, по спиральке мы продолжаем наш. Вот смотрите, провязала я в высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов в общей сложности у меня получается. Можно провязать больше, как хотите, но я решила, что мне достаточно. Замаскируем ниточку нашу. Вот почти моток ниток у меня, девчонки, ушел. Так что вот это я вам покажу, что осталось, конечно. Куда-то я его еще определю, но больше половины точно ушло на эту сумочку. То есть, если в мотке там у меня было 250 граммов, то давайте будем рассчитывать, что почти 200 грамм ушло. Если, допустим, вы будете делать ручку из ниток, то как раз эти 250 граммов, не, ну не 200, 200 граммов уйдет на сумку с ручкой. Ручки, если хотите вязаную, вот здесь вот появится сейчас видео. И в этом видео первый, на мой взгляд, первый и второй способ подойдет для ручки именно на эту сумочку. Так что просмотрите, если хотите вязаную, то можете связать ручечку. Так, ну вот, замаскировала. Теперь мне осталось только приделать кнопочку. Вот такая вот сумочка у нас получилась. Кнопочки, магнитные кнопки, закрывашечка. Как они делаются, появится вот здесь вот видео. Там подробное видео, как установить на трикотажные сумочки кнопку. И завершающий этап. Вот такая ручка у меня есть. Купила на Алиэкспрессе буквально за пару долларов. Тоже внизу под видео, если вы развернете, там будет вложена ссылочка на эту ручку. Так что можете заказать, доставка бесплатна. Так что вот так вот я решила эту сумку этой ручкой. В принципе, и все. Не очень хочет продеваться. Ну, просто такая ручка придаст сумочке солидности, такой элегантности. Можно связать, если вам нужна просто спортивная, как бы спортивный вариант ходить, допустим, с собачкой на улицу, то вязаная будет вполне. Вот, наконец-то я продела. Вот. Тут, кстати, регулируется длина ручки. Можно через плечо, можно как угодно. Вот такая вот у нас сумочка сегодня. Вяжите. Симпатично получается. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.